Дамы и господа, позвольте вам представить победителей конкурса самых рейтинговых игрушек от компании Toy.ru в номинации «Игрушки для мальчиков». Первое место с конца нашей звездной десятки занимает летающий шар Air Hawks. Ты можешь управлять им любой своей частью тела, ведь он даже не соприкасается с ней. За эти необычные свойства отдаем ему 10-е место в нашем списке. На 9-м месте расположился трек «Мегапрыжок». Наверное, все мальчики любили мультик «Маквин». Гонки, скорость, Маквин и его отважные друзья. И все, наверное, все-все-все мечтали побыть на их месте. Это стало возможно с набором, который представлен в виде черно-красной мертвой петли. 8-е место получает набор инструментов от компании «Болей». Именно благодаря ему каждый мальчик сможет разбираться в этих инструментах. Всего в наборе аж 14 инструментов. Ну а 7-е место мы отдаем набору «Паутины и крылья». Эта игрушка сделана по мотивам одного фильма под названием «Человек-паук. Возвращение домой». По его сюжету Человек-паук возвращается домой и хочет жить в мире со своей тетей. Но не тут-то было. Его со всех сторон поджидают опасности. Ну а 6-е место мы отдаем маске «Трансформер». Ведь каждый мальчик теперь может стать настоящим трансформером. Но ведь замечательная маска имеет кучу разных функций. Кто же победит в войне, автоботы или десептиконы? Теперь это решаешь ты, потому что ты самый главный трансформер. Ну а золотая середина нашего топа – «Вспыш». Как вы помните, «Вспыш» – это ярко-красный пикап. Но он не только машинка, он еще и популярный герой мультиков. 4-е место в нашем топе мы отдаем световому мечу от компании Hasbro. Но ведь каждый джедай должен обладать своим уникальным световым мечом. А бронзу мы отдаем игрушке чокнутое ведро от компании Фоторама. Только представьте, что ваше ведро сошло с ума и теперь медленно ходит по вашей квартире и угрожающе стучит своей крышкой. А ваша задача – кидаться в это ведро с комканной цветной бумагой, чтобы в него попасть. Ну а 2-е место мы отдаем бластеру Нерфу Ордовик из серии Зомби Страйк. Он создан, чтобы остановить всех зомби. В нем 24 патрона. Выстрелы происходят мгновенно. И перезаряжается он легко и удобно. У зомби просто нет шансов против такого грозного оружия. Ну а 1-е место, внимание, барабанная дробь, заняла игрушка от компании Спинмастер «Щенячий патруль Автовоз». Этот транспорт появляется почти во всех новых выпусках. Он может превращаться в спасательный пункт, вмещая в себя в этом случае аж 6 щенков для перевозки. Этот набор еще вмещает в себя фигурку Зака Райдера на его квадроцикле. Подписывайтесь на наш канал Toy.ru, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Мы знаем, чего хотят дети.